Так, запись пошла, трансляция пошла, всем привет. Продолжаем проходить Little Nightmares. Продолжить. Надеюсь, меня нормально слышно. Так, а здесь вообще ничего. Так, у нас же есть. Забирать. Я забыл, как забираться. Чё, ров? Как забираться? Я реально не могу забраться. Что за фигня? Забирайся, сволочь. Мышка? Мышка. Я забыл вообще, что мышку надо пробовать. Есть. Не поиграл-то всего неделю. И вообще забыл все управление. Так, это меня не убьет? Меня не убьет? Ботинечек? Не-не, как взять? Взял ботинечек. Ну, куда ты положил? Взял ботинечек. Пошел. Как ты еще кидать же можешь? Не ложи. Сейчас вспомню управление. Как кидать? R? Нет. Ctrl, есть. Пробел. О. Да, управление, конечно, необычно. А, за крюк надо зацепиться. А я в помойку летел. Классика. Так, поехали заново. Не могли сохранение сделать именно в том месте, где я поднялся с лестницы, что у меня вот это каждый раз не делал. Хотя, наверное, они не рассчитывали, что есть такие дебилы, которые не зацепят за круг, просто упадут вниз. Можешь зацепиться? Нет? А, зацепился. Я думал, надо с трупы зацепляться. Боже. Мы же челику в прошлой серии руки отрубили, точно. Уже новый должен челик начать. Видимо, вот этот хрен, которого показали. Классическое, захотели жрать. И сейчас тут где-то еда лежит, да? Зачем вот этот сегмент сделал? Мне ну что-то намекает на сюжет. Ну жри трупы, если так есть хочешь. И вон крысу жри. Она сейчас, походу, мышеловку попадет, да? За кадром, правда. Ну пошли. Для меня с мышеловкой взаимодействует. Нямка. Ням. Вообще ее должен был сразу убить. Недоработка. Блин, он живую начал жрать. Этого я не ожидал. Я думал, он типа добьет ее, а потом начнет есть. Вкусно. Ямка. Ну. Свежий полностью. Хорош. Так задумано, видимо. Нет. Блин, я шарю. Давит? Это не запрыгнуть на нее надо, да? Точно. Весьма своеобразный геймплей в этой игре. То есть однообразный. Ну интересно, в плане как сделано. Так, это мне дырочка нужна? Она есть. Есть же дырочка? Есть. Ну и рожа. Смотри, у него рыба, а ты крысу, блядь, ел. Так, он что-то будет делать? Не-не-не, показалось. Да показалось! Нет.
Вот это кто такие? Печка. Вон рыбу ешь. Че звук? Блин, я мог уже пробежать раз. Нахрен не остановился перед этим столом. Ну правда. Нахрен я по стол залез? Я же мог убежать спокойно. Ну я и дебил. Наверное, осуждаю. Хотя про себя можно. Да кого ты там видишь? То есть ты меня видишь через стол? Я забыл, как бегать. Мне... Ну, мог спокойно пройти, но я забыл. О, меня закинут в котел. В духовку? Я думал, в суп закинут. Что там, надо было просто бежать, как я понял. А я зачем-то спрятался. Смотрите, как хорошо доска сделана. Хорошая модель, какая-то резаная. В смысле, а как я тебя убежал? Что ты не занимался? Да, анимация, как он берет нож, конечно. В смысле, а какого хрена? То есть до этого же нормально все было. Что, если мы сделаешь? Блин, я у него через палец моя текстура проходит. Только хотел сказать, что все красиво сделано в плане анимации и прочего. Потом увидел, как он нож берет, как у меня текстура через палец проходит у него. Оказалось. Какого хрена так? Какого хрена происходит? Я же сначала пробежал вообще без проблем. О, что-то новое? Хочу. Да нет. А не, нормально. Внутри разные анимации посмотрели. Как так вышло? Как сначала я пробежал спокойно, вообще без проблем. Даже не понял, что я думал, меня просто знакомят с другом. Оказывается, тут какой-то геймплей есть. Куда ты смотришь, чё? Будешь ты рукой лезть? А, ты сосиску взял. Казалось. Блять, я в рыбе запутался. Блять, поднимись по лестнице, пожалуйста. Чё? Душ надо найти. Вон она, чё. Чё, где ключ? Признавайся, он у тебя сзади? Так, ты куда идешь? Где ключ? В него? Не видно. Так, чел, где ключ? Чё-то он взял. Сколько? У него под лицом еще лицо, или мне кажется? Что он делает? Как будто поднял вот эту вот маску, которая сверху. Что-то пошевелил. Так, давайте разбираться. Нужен ключ. Где может быть ключ? Ты же можешь забраться еще. О, поверху можешь. Как я понимаю. Не лупай, спи никуда. Так, как это странно. Можно, наверное, пройти. Из этого... Так. Идем в обратную сторону. А, это горшок стоит. Я думал, там пройти нельзя. Это горшок.
встаем здесь, камеру крутим. Хлеб лежит. Вот у чела есть чувство голода. Почему вот не взять с собой хлеб, например? Вот хлеб лежит. Чтоб дай свет. Вон хлеб. Чел, лови. Ему пофиг. Вообще никак не отреагировал. Да. Чел, лови еще раз. Я понял. То есть у чела хлеб падает на кухню, он такой, окей. Главное, что маленький мальчик не бегает. Вот на этот он должен среагировать, потому что спроста здесь стоит. Что ты делаешь? Делаешь, что ты звук? Сука. Мы сдохли? Мы не сдохли. Хорошо живем. Да нет! Пробуем еще раз. Тихо. Есть. Кто дверь закрыл? Ну, я, кстати, не посмотрел, что здесь есть, куда ты зашел. А, это лифт. Это на кухне лифт? Да? Нет. Это на то место, где я был. What the hell? А я ключ-то не... Там ключ должен быть, наверное. Какого хрена? А, нормально. Я уже думал, мне нажимать надо ключ. Или обходить. Так, я понял, здесь я нахожу ключ. Ну, иначе зачем это все было? Еще один, в принципе, здесь много. Или это тоже... Нет, не может быть тоже самое. Да, ключ, что? Или он просто носит. Ну, свет попадал. Это один и тот же. Это другой какой-то. Чел, у тебя что-то упало. Все равно. Еще что-то сейчас идет. Что происходит? Что ты там делаешь? Где ключ? Телек. Что ты там делаешь? Что за страшный звук? Обидно. Я искренне не понимаю, что ты делаешь. Ну, потянись. Нет? Не можешь? Потянись. Что там? Почему? Я сдох? Я теперь сдох. Серьезно, отсюда? В рофлите? Что за бред? Как-то... Или... Лифт есть. Как я понимаю, раньше не работал. Так. А что сюда? А, отсюда я пришел. Прячемся. Как определить, где ключ? Чё, ты проснешься или это надо ждать меня?
Так, думаем. Вон тень ключа, да? Да, вон тень ключа. Так. Упал, просто упал, что оказалось. Либо индикатор, видит он меня, не видит он меня. Но он в туалет ушел. Или по звуку. Я не могу дальше идти. Да, чел, тебя только меня ловишь? Вот на них вообще тебе насрать. Что такое? Ты не можешь меня видеть. Ты физически не можешь меня видеть. На кого ты охотишься? Как? Нахрен ты его кинул? Ну ты реально не мог меня из-за коробки видеть. Что за бред? Ну сейчас из-за шкафов ты не можешь меня видеть. Сиска. Я понял, куда мне надо, но он сюда придет, нет? Мне показалось за это? Ребят? Я не вижу, чел. И здесь? Дыхание слышу, но не вижу. Ладно. Будем считать, что тебя здесь нет. Так. Могу двигать что-нибудь. Ну что-то же я должен двигать. А, понял. Вон ручку вижу. Происходит. А ничего не происходит. А сосиска. А в другую сторону не могу. Чел взял, я отпустил уже. А. Только одна сосиска. Все? Дайте сосисок. Непонятно. Ну, тут нет сосисок. Там сверху тоже ничего нет. Что могу делать? Вот сосиски валяют. Где мясо взять?
Дайте мясо. Сволочи. А, может, я на этой штуке, это типа лифта, я могу подняться на них? Ну, типа лифт для еды. Не, ни хрена. Может, лавочку можно двигать? Сосиску он тоже туда не докидывает. Он ударяется. Лавочка не двигается. Ведро тоже не может. Можем брать сосиски, да? Это что такое? Ну возьми. Не берется? Почему-то это он не берет. Эти сосиски он не хочет брать. Не, не подтягивается. Думаю, по тем колбасам может собраться. Думаем, думаем, думаем. Ой, кровавое следствие, да, прикольно. Этой штукой что-то можно сделать. Где мясо? Я буду пить. Ну нет же. В смысле, ты до этого не забирался, сволочь? Это прикол какой-то? Я, блядь, делал то же самое. Второй раз та же фигня. Что с телевизором у меня было, я подходил, оно не работает. Что теперь с лифтом? Меня раздавило типа куску мяса. Ну, чё, рофлишь? Окай. Не, делай что-нибудь. Челик, да? Тут? А, не открывает. Здесь может открывать. О, вот это могу сделать, да? Не-не-не, тихо, присядь. Есть. Вот эти штуки я разбивал. Так чисто сделан. Ой, если я просто так был. Мне вот этого куска мяса хватит? Я думал, мне надо больше кусков мяса. Ладно, пробуем. Ну, по ощущениям, как будто надо больше кусков мяса. Здравствуйте. Потому что из одного куска мяса я сделал одну сосиску. Не, ну рили, один кусок, одна сосиска. А где еще мясо? Сейчас завел, залазит, до этого не залазил. Висит. Вот в шкафу что лежит мясо? Крючка. Ну, в той комнате было мясо, нет? Или три куска мяса нам хватит? Представляете, из одного такого куска мяса одна сосиска коров, ведь? Прикол ведь его. Я видел в каком-то мультике, типа, срубали бревно, нет, дерево срубали, из него одну зубочистку делали. И тут, видимо, так же.
Показалось. Я в тени же. Чел, завязывай. Ты что там делаешь? Ладно, что произошло? Что за бред? Ну, допустим. А я не против. Он что, за ним поехал? Он реально будет за ним ездить? Мне интересно. Он поднимается, воу. Прикольно. И опять там же? Ну, не конкретно там, но что-то похоже. Я повсюду кухню. О, ключ. Хотя бы проще я ключ вижу. Ямка. Ты меня видишь? Начал я пока посмотрю, чего тут есть. Побежали, чао. Так, а дверь до чего ключ? До низа? Фак, нафиг ты его выкинул. Открывай. Окей. Пизда мне, да? Показалось. Фак. А я дверь мог толкнуть просто, да? Я просто мог толкнуть дверь или нет? Так, опять ключ, блядь. Что ты там смотришь, чел? Да не бери ты ключ! Толкай дверь! В смысле? Дверь не толкается, фак. Как ты меня через дверь, блядь, видишь? Говно. Думаю, в ту дырку я должен был залезть. Ну, видимо, нет. Сейчас переделаем. Ну, начиналось бы, блин, сохранение с того момента, где я... Уже внизу стою. И он спускается с лифта. Вот это каждый раз делает, как бы. Тут нет геймплея. Мне показалось, ты чел. Трили, ты просто идешь. Так ты застрял, я не вижу себя. Вот.
Бери, кидай. Спускайся. Поднимай. Беги. Толкай дверь, пожалуйста. Он же здесь. Я уж думал, не дай бог сюда залезть нельзя. Нет никого, все. Я спрятался. То есть, а я эту дверь открыть не мог, да? Надо было в эту печку прыгать. Об этом я подумал, но я ж не сделал это с первого раза. Как? Сохранение. Вантус! Бери! Бери Вантус! Сволочь. Один момент. Тихо. Что-то много вантусов. Уже три. А, так их все-таки несколько человек. Угу. Видимо, надо вывести. Пролезть здесь, да? Ага. Вижу рубильник, не вижу врагов. Нет, нормально. Убежал, музыка кончилась, я убежал. Ты же не выключишь? Я типа должен зацепиться и прокатиться, окей. А где? Ты меня нашел, что ли? А, ну у них точно маска, да? Ну-ка повернись боком. Ты должен забраться за какую-то штуку. Ну подтянись, не? Этого мы не можем. Ну, через чуваков надо идти. Как? А куда? А по посуде забирать? Ничего себе. Это мышеловка? Ну я думаю по посуде забирать. Я чисто все руку. Он не может подтягивать, воу. Дайте подумать. Или там что-то есть наверху, где я могу закрыть. Оказалось, что... Ну ты серьезно меня видишь там? Да непонятно. А, ну вот они.
Почему-то мне казалось... А, ну-ну-ну, потому что за это подходит. Серьезно, ты меня видишь? А, ну их разные морды, окей. Ничего. Ну ты же на меня не тянешься? Ну, в идеале в меня тарелку выкинули. Опа. Пизда, да? А, нет. Ну, вообще... Ебать! Беги. Беги, сука, беги. Паркур. Вот, вот это и должно было быть. Оп-оп-оп. В пену. Уй! Переиграл и уничтожил. А, ну я должен на тарелку поднять. Тихо-тихо. Ты догоняет же. В смысле? Я этого не догонял. Как ты меня догнал, сволочь? И сбежали. Что страшно так вибрирует. А, ты мясо всасывает? Смотри, что это. Еее, кухня пройдена. Ну все. С этим пока на сегодня все. Сейчас будем другую игру пробовать.